Благотворительный фонд «Рука помощи» и Союз театральных деятелей республики отмечают праздник уже 12 лет. Секретами семейного счастья старшее поколение делилось с теми, кто только начал строить семейную жизнь. Гостям организовали банкет и концертную программу. Все вместе вот делаем вот такую вот красивую акцию, можно сказать. Здесь находятся две бриллиантовые свадьбы. То есть ветераны, семья Титаренко и Карсановых отметили, вот отмечают 60 лет совместно. Это бриллиантовые свадьбы. Поповы 50 лет, это золотая свадьба. Там есть и 35 лет, и 5 лет, и 2 года. Ну, как встреча поколений. Карсановых в этом году отметит 62 года совместной жизни. У них двое сыновей, 8 внуков и 2 правнука. Супружеская пара считает залог гармонии в отношениях уважения и способность слышать друг друга. Я в поликлинике работала, а он приехал к родственнице, туда зашел. Ну, по коридору прошла мне 19 лет. Вот увидел и сразу сватов. Предложил. Когда я ее увидел, мне она понравилась. Я сказал, что вот она будет моей половинкой. Это хоть мне и говорили там много, что не положено или что, я по ее лицу выражению понял, что она будет такая, как мне нужно.